Привет, друзья! Я с вами сегодня на канале художники Григорьев. Проверяю трансляцию. Сейчас у меня все так быстренько запустил только что. Еще не настроил я саму вторую камеру на палитру. Сейчас все сделаю вместе с вами. Так, вот тут есть у нас... На самом деле, сегодня было заявлено выступление, Александр должен был выступать. И вот он мне написал, что, к сожалению, не работает интернет. И трансляцию нужно было перенести, поэтому вместо Александра сегодня я с вами. Так, попробую я сейчас на палитру поставить еще. Вот, ну так все очень быстренько, поэтому я... Особо не готовился, естественно. Все так спонтанно, быстро. Сейчас подключу. Так, тут должно появиться. Должна появиться камера. Сейчас мы ее настроим. Да, я ее уже вижу. И осталось только ее немножко подстроить. Падает тень вот сюда на... Вот, вроде бы видно сейчас, да? Все отлично. Все отлично, друзья. Пишите мне в комментарии, как меня слышно, видно. Здесь вот поменьше немножко ее, так чтобы не загораживало холст. А заявленная картинка есть уже в наших социальных сетях, везде, в принципе, везде. Поэтому можно посмотреть. Ну и вот здесь обратной связи я пока не вижу от вас. Сейчас я посмотрю, сколько все-таки меня видно и слышно. Мне придется включить дополнительно мое устройство второе и послушать, как я себя слышу. Так, вот здесь вот что у нас. Угу. Здравствуйте, Елена. Татьяна пишет: прием, прием, звук и видимость отличные. Здравствуйте, Мария. Ирина, hello. Так, ну все, значит, все должно работать, все должно быть прекрасно. Почему-то у меня здесь... Ага, появилась тоже, да? Сейчас покажу. Здравствуйте, Мария. Все, я слышу себя. Ура! Я себя слышу. Все вроде успел настроить вовремя. Да, приветствую. Елена, здравствуйте. Все видно и все слышно. Вот, по звуку, друзья, я там немножко сейчас сделал, добавил, в общем, громкости. Даже боюсь разговаривать, потому что сейчас попробую вот здесь возле микрофона. Да, идет такое запирание немножко. Если я громче скажу, то... скорее пойдет искажение по звуку, поэтому я так вот аккуратничаю. Можно еще добавить, но я думаю, что все должно быть так в пределах нормы, все должно быть хорошо. По крайней мере, я надеюсь, что все хорошо, зрители подходят. Ну и как я сообщил, что мы сегодня, ну точнее, я не готовился сегодня никаким выступлением. Так получилось, что Александр сегодня должен был выступать из Алматы. Мы должны были писать старую улочку «Алматинский пейзаж» с трамвайчиком.
И, в общем, у Александра что-то с интернетом не получилось. Поэтому прошлое из прошлого мастер-класса, вот тот, который не удался, холст я затер тогда. То, что осталось от холста, точнее, вот все, что осталось от той картины, когда я начал писать. Это когда выступление оборвалось тоже из-за плохой связи. И, в общем, там дважды я его пытался стартовать, и все как-то не получалось. Смотрите, тряпочка еще пачкается. Это как раз-таки с того момента, что еще красочка, она такая, не совсем высохла на холсте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Роза. Как нет картинки, Роза? Картинка везде должна быть заявлена, в принципе. И здесь, в сообществе, на нашем канале, вы можете зайти в сообщество. И там есть картинка. Прямо вот в меню на главной странице нашего канала есть раздел такой «Сообщество». Заходите туда, и прямо вот там в сообществе есть картинка. Можно, конечно, скинуть еще и ссылочку здесь в чате. Но, в общем, ничего так-то сложного нет. Тут есть сообщество, главное видео, плейлисты. И потом там разные есть меню-листы. Так, вот я зашел в сообщество, сейчас скопирую. И вот сюда в час. А, все понятно, да? Но все равно я вставлю все-таки сюда. Вот. Вот эта ссылка на наше сообщество. И там, в этом же сообществе, можно посмотреть. Так, чтобы не выбрасывать вот этот холст. Сейчас я... Ну, здесь тень такая, вот здесь падающая тень. Я вижу, что он немножко его согнул. Слишком сильно зажал, но не страшно. Немножко болтается. Что я сделаю сегодня, вместе с вами мы попишем, попробуем нарисовать вот такой пейзажик осенний. Я прямо с принтера его так, сейчас гляну, насколько он искажает, у меня задержка идет немножко. Давай, появляйся. Она долго задерживает, а вот вижу, появился. Ну так вроде бы по цвету. Сносно, сносно, можно терпеть. Вот. А так как картинка очень в плохом качестве, тут вот как раз с принтера все это, мне придется догадываться. Вот. А с другой стороны, несложная работа. С одной стороны, несложная, с другой стороны, многие новички попадают в неприятную ситуацию, когда много-много ветвей, и человек начинает путаться. И не знает, как же писать эти веточки все. Вот. По перспективе здесь все понятно. Задний план. Его можно сделать более спокойным. Каким-нибудь таким вот фиолетово-темным. Ну и на переднем плане то, что мы видим, это лужицы вот здесь на асфальте. И дорога, уходящая туда, куда-то в лес. У нас, кстати, есть точно такой же пейзаж вот здесь, в нашем городе, где я живу. И за городом, вот когда мы ходим в лес за грибами, на моем канале вы можете посмотреть, я там рассказываю, показываю. Подписывайтесь, кстати, на мой канал, кто не видел, у меня есть, помимо нашего вот этого основного канала художники, есть еще мой личный канал. Вы можете подписаться. И также каналы всех наших художников на нашем канале тоже есть. И вот также в настройках, там в меню на главной странице, вы можете посмотреть каналы, и там можете подписаться на любого художника. Вот, а это мой, сейчас вот ссылочка на мой личный канал. Кто хочет, можете подписаться. Там много того, что именно не по рисункам, не по живописи, а вот взято из моей личной жизни. И если кому-то интересно, подписывайтесь. Я там иногда записываю какие-то такие
интересные видосики, можете посмотреть. Ну что, я думаю, ставьте мне оценки, так чтобы мне было видно, обратная связь от вас от 1 до 5, насколько хорошо по звуку, по видео. И если мы добьемся сейчас 5, то можно будет продолжать. Так, я вижу, люди еще приходят, все хорошо. Все отлично. Птички поют, слышите, на улице у нас уже птицы поют, весна наступает. У кого птицы поют? Кто чувствует весну, скажем так? Пришла к вам весна. Я беру строительную кисть, боевую мою, она уже сотни раз пописала картины, смотрите, постиралась уже, вот так вот тоненькая стала с двух сторон. В общем, такая кисть нужна. Сейчас добиваемся такого некого сметанного состояния, похожее на йогурт. Такой вот йогурт. Ну и что? Это фотография, естественно, фотография, но мы будем писать не фотографию, а может быть... Давайте что-нибудь попридумаем, какую-нибудь тепленькую работу. Более теплую, не как на фотографии. Мне нравится такая вот некая... Не будем повторять то, что мы видим по фотографии. Я вот сделаю, знаете, видно сразу такой теплый. Теплый появился цвет, красный с белилами. Белила титановые. Ну и вот здесь по перспективе можно, конечно, опустить, можно приподнять лес. Сейчас по небу надо определиться. Я вижу по фотографии серединка. В принципе, можно и оставить ее на серединке, ничего страшного. Это не морской пейзаж. И здесь несколько есть таких вот переходов. По перспективе мы видим, что это не... А вообще во всех пейзажных живописях мы также делаем такими вот, делим перспективы на 3, на 4, иногда на 5 частей. Вот. И здесь по перспективе мы видим сама основная дорога, уходящая вдаль. Она чуть выше находится, чем вот те поля, которые будут в низине находиться. С точки зрения, может быть, самой картинки не так она веселая, не такая уж прям очень интересная. Но с точки зрения художника, она, конечно, очень интересная. И может быть, кому-то не понравится именно такой пейзаж. Но вот, в частности, того, что я вижу здесь, вот по веткам, по деревьям, может быть, кто-то для себя что-то вытащит и напишет свою картину. И, может быть, я даже помогу в чем-то разобраться сегодня. Именно вот... по правилам написания сегодняшней работы многое узнаете. Смотрите, подложка светится, видите, как происходит? Тут как бы там ни было, все равно подложка она просвечивается. Не вижу я что-то оценок, странно. Добрый вечер. У кого-то уже вечер, у нас 16 еще. По оценкам никто не написал мне. Плохо, наверное, все, да? Раз вы не хотите со мной общаться, наверное, все. Наверное, не так все хорошо, да? В самом начале я там видел, что вы писали, что вроде слышно, хорошо видно, но на какую оценку никто не написал. Так, вот такими этапами сейчас делаю подложечку, некую такую подложку, она мне нужна будет для всей работы. И что мы там видим? Я вижу также по палитре вот здесь. Ох, испачкался весь. Весь уже испачкался, еще не стал. Так, Найк вот пришел.
Первая пятерка, вижу. Надежда написала. Спасибо, Надежда. Так, вижу, Мария ставит пятерку. Ну все, значит, отлично. Пятерки идут. Больше не нужно. Вот. Что хотелось бы напомнить. У нас есть рубиновый уровень. Янченко Юлия и Надежда Зотова. У вас автоматически два лота под номером. У Надежды Зотовой номер 4. Лот номер 4. И у Юлии номер 5. Вот пронумеровал я, и вот сейчас здесь уже есть у меня. Номер один, Ирина, я не знаю, как правильно фамилия звучит, Горловицкий, скорее всего, и Наталья Никонен, номер два и номер три, вот. Номер один у Ирины, у Натальи номер второй, номер третий. Это для... розыгрыша. Мы разыгрываем картину, то есть все, кто поддерживает наш проект, первая ссылка под видео. А я, как только наберется эта полосочка, там сейчас набралась, мы набираем, в общем-то, практически на то, чтобы заплатить отправку с помощью вашей поддержки. Вот такая картинка будет отправлена мною из Германии в любую точку мира. Тот, кто выиграет. И мы разыграем прямо в прямом эфире, в прямой трансляции, разыграем эту работу. И вы получите ее в подарок. Ну, кто-то получит подарок, пока не знаем кто. Так что, если кто-то будет участвовать в поддержке нашего проекта, еще становится участником розыгрыша. Напоминаю, что один лот стоит 25 рублей, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше. Если нет, то... можете просто меньшей суммой поддержать наш проект. Это тоже очень поддерживает художника, так как наше время, краски и материалы стоят немалых денег. Здесь вот я сейчас, смотрите, по границе работаю, так, чтобы получить такой вот некий интересный замес между коричневым и вот этим теплым красным задним фоном. Почему мы делаем задний фон не пастозным? Потому что будем сейчас прописывать передние. И передние тона, они, конечно, будут нам мешаться, потому что все будет сейчас скользить, сливаться. И задний фон нам нужен не пастозным, именно вот таким, как вы его сейчас видите, чтобы мы могли еще пописать веточки на деревьях. И вот смотрите, ничего не происходит, вот так вот очень легко, мастихином справится каждый новичок. Работа такая несложная, очень легкая. Верх неба специально притемнен, как вы видите, для того, чтобы показать воздушную перспективу, для того, чтобы вытащить вот этот переход от темного к светлому. Ну и в природе, если вы посмотрите, выйдете в природе, посмотрите на небо, то в основном, конечно же, происходит именно так. Эту работу мы сделаем, может быть, чуточку художественной, чтобы больше было красочек, больше было, может быть, немножко поярче. Работа звучала не как вот на фотографии. Там мы видим небо такое более спокойное, темное. А здесь я сделал специально так вот поярче, чтобы был такой переход. Ну и белый. Белый, конечно, уходит в 2-3 раза больше. При покупке вы также должны знать, что... если кто-то приходит новенький в магазины, здесь у нас по продажам продавцы все время предлагают нам купить чуть-чуть больше. Вот смотрите, я взял
точнее, продавцы предлагают покупать крупные наборы по масляным краскам. Ну, мы же знаем, что нам нужно только три основных цвета для того, чтобы просто учиться. Поэтому мы берем, говорим им, что нам не нужно крупные наборы масляных красок, нам нужны только три основные цвета, с которыми мы пишем. И побольше тюбиков белила, потому что белила все время уходят в 2-3 раза больше. Сейчас мне нужна только вот такая мокрая подложечка для снега, для земли, для написания этой работы. Ну и по перспективе сразу определимся, чтобы было понятно, что у нас от середины, где-то вот середина работы у нас вот здесь находится. Поэтому верх неба будет находиться чуть выше. Мы можем чуть-чуть приподнять. Вот приподнимаем на, ну сколько? Ну примерно на 3 сантиметра. 2-3 сантиметра от середины поднимаем. Для того, чтобы показать макушки деревьев на заднем плане. И сразу, что мы возьмем? Давайте я возьму, наверное, краплак. Краплак, любой, красный, темный. Нам подойдет для того, чтобы получить такие некие фиолетовые. Если нет метромарина, возьмите ФЦ. Тоже можно получить вот чуть-чуть краплак на палитру. И сейчас я сделаю такой замесик. Ультрамарин, краплак. И получаем фиолетовые оттенки. Но они нам не нужны чистыми, поэтому мы их будем пачкать, естественно. Сейчас я возьму. Здесь вот вы видите их фиолетовые чистые. Хотя, в общем, в некоторых в листочках и вот здесь написание деревьев, там есть сухие листья, веточки какие-то оставшиеся. Нам совершенно спокойно может понадобиться такой чистый еще, чистый фиолетовый. Вот. Ну и задний план. Сейчас я возьму. Это у меня ФЦ. Наверное, ФЦ красочка. И мне нужно немножко так ее припачкать. Фиолетовый с ФЦ. Туда же можно добавить еще каких-то... Тут уже на ваше усмотрение. Возможно, вот в таком виде оставить задний план. Там вот есть какой-то намек на лес. Структура задних деревьев. И он находится на самом деле очень далеко, поэтому рисовать каждое дерево мы не будем. Будет просто намеки на макушки деревьев. Вот так вот кисточкой я вытаскиваю краску. А, смотрите, друзья, вдруг кто-то захочет писать не лес, а может быть горы. Это тоже возможно, поэтому сгладить вот так вот. Ну, что-то такое можно набросать. Я много, кстати, показывал именно по горам, именно по написанию задних планов. У нас очень много мастер-классов, поэтому вы можете на нашем канале посмотреть. Ну и, возможно, вам что-то понравится такое. Если вы не хотите лес, то что-то типа гор можно написать. Можно сзади написать задним планом. Дальним планом, возможно, это будет какой-то городской пейзаж. Вот здесь вот все на ваше усмотрение можно попридумывать, додумывать. И, конечно же, здесь понадобится не только фиолетовые, но и... Сейчас вот чуть-чуть больше фиолетовых. Я на передний сюда выведу еще. Вот так вот. Пачкаю все. Вот такую вот непонятную такую дымку. Можно будет в конце уже, ну или сейчас, в принципе, кто-то захочет приблизить этот вариант леса, то можно немножко зазеленить или немножко притемнить. Вот с левой стороны в данном
на данной картинке я вижу, что там есть более такой зеленовато-голубой. Можно взять любые зеленые оттенки. Можно получить желто-синим зеленые оттенки. Ну и возможно, конечно, это не обязательно, но возможно, что есть некие такие вот кустарнички, которые ближе находятся или ближе находятся лес, он делится на несколько частей. Возможно, перед лесом какой-то кустарник, он тоже может быть, и может быть немножко на тон темнее. Вот здесь как раз таки все, как вы сами решите для себя, хотите ли вы. Я буду немножко так вот повторять фотографию, так как она мне напоминает именно вот, не знаю, кто автор этой фотографии, но вот все-таки так удачно она сделана. И я узнаю именно наш пейзаж вот здесь, который находится буквально в 2 километрах от меня. Так, ну что, понадобится сейчас, нам нужно определиться с точкой, куда уходит дорожка. И я думаю, что левее всегда мы начинаем, если мы берем по фотографии или где-то мы начинаем, вот центр фотографии находим, центр работы находим. Центр у нас здесь, смотрите, приподнят немножко, если там лес прямо по центру проходит на фотографии, то здесь мы чуть-чуть приподняли от центра. Вот. Ну и во всяком случае опускаемся от центра. И что мы получаем? Опускаемся от центра. Как раз вот здесь вот середина. Вот та дорога, которая будет здесь проходить. Сейчас я еще сделаю такой замес, чтобы он немножко так розовил и фиолетил. Что сюда можно еще включить. Там есть разные оттеночки, поэтому можно сделать такого серого, добраться до серенького. Ну, будем искать. В общем, будем искать примерно оттенки. Сейчас я... Так, синий с красным. У нас получается такой более глубокий с красным средним. Здесь синий с красным средним получили такой более глубокий. В темный цвет ушли. Ну и вот с фиолетовым, если перемешать, то получится вот как раз таки то, что нам нужно по дороге. Как раз вот такой вот темный. Сначала мы пишем темную подложку. И вот опускаемся посередине, у нас получается по центру, прямо вот по центру, по фотографии, середина дороги. Ну, можно сказать, середина дороги. Вот здесь вот будет находиться середина вот этой дорожки. Здесь есть у нас еще по дорожке, что вот здесь вот снежок, я не буду закрашивать его сильно. И сделаем, что дорога уходит у нас вон туда куда-то, вот в край. Ну, то есть здесь сама перспектива именно такая, смотрите. Левая часть дороги практически опускается по вертикали. То есть она не завалена, получается, что здесь вертикаль. А правая часть дороги, она завалена вот сюда, в угол уходит работки. Поэтому вот с этой, опять же таки, задачей, я думаю, также справится любой. Дорога, уходящая вдаль, она имеет, ну, здесь во всяком случае, вот так вот идет. Ну и правая часть, она примерно идет по вертикали. Вот такая перспектива получается интересная. Ну и нам нужно затемнить. Сначала затемнить, вытемнить все. И так, чтобы ее сделать мокрую, потом мы здесь в эту подложечку еще отражение положим. Вот. И, конечно же, здесь не нужно по линейке все вести. Здесь в некоторых случаях дорога, она немножко вот так вот выходит. Выходит за вот эту ровную линию. Мо
Можно, конечно, закрасить сначала полностью все, чтобы было понятно, сделать сначала все отражения и потом уже снегом перекрыть. Остатками снега, потому что здесь все-таки остатки снега. Так, Владимир пишет, что уже смотрится что-то. Ну, пока я не вижу, что здесь прям что-то родилось. Еще, конечно, нет, но скоро мы будем наблюдать. Так, вытираю кисть. Мне нужна такая сухенькая. Сухенькая кисточка. Вот так вот вытираем, макаем, вытираем, и получается чистая опять кисть, когда мы можем опять пользоваться и для других целей брать. Можно, конечно, несколько кистей сразу иметь. Много места, но у меня много места нет, поэтому я не хочу здесь раскладывать несколько кистей. Все вот так пока как есть. А дальше мне нужна коричневая с белилами. Вот тут я зацепляю коричневое и вот белило. Здесь такая будет, пока я буду вести такой не солнечным, солнечным цветом. Потом по коричневой покажем чуть позже. Сейчас нужна такая коричнево-темная. Можно немножко добавить красноты, чтобы она чуточку краснела. Подложечка сама. Ну и там есть, конечно, совсем темная подложка. Можно еще и синего добавить. Красно-синим получаем. Такие темные, больше красного, чем синего. Вот такой темный-темный коричневый получается. Понадобится, в принципе, несколько цветов. И темная подложка нужна будет, и светлая. И как-то вот здесь сейчас. Сейчас нужна другая перспектива. Вот эта дорога, она лежит в плоскости. И сейчас я вот опять же таки от края, вот здесь вот по краю дороги, сейчас я более темную, ну ладно, примерно среднюю. И вот дорога уходит, как мы видим, в правый угол вот сюда. То есть мы поднимаемся вот здесь повыше и почти вот в этот угол. Почти попалось. У меня холст 40 на 60, поэтому здесь, соответственно, у вас примерно должен быть, если формат такой широкоформатный, 50 на 70, то должно все получиться так же. Вот. И есть вот это вот, ведем вот эту перспективу сначала, чтобы было понятно, что здесь находится сам верх. Есть дальняя глубокая подложка, сейчас мы сразу сделаем ее для леса. Вот там, смотрите, там есть лес, поэтому я подкладываю сразу перед лесом вот туда вот эту вот коричневость. И где-то вот здесь также я весь этот сухой кустарник, он будет сразу в подложке лежать. И потом нужно будет. А также я вижу, что вся коричневость более теплая такая вот, посветлее можно смешать с белилами даже вот здесь и вывести ее вот сюда, в центр. Вот, и там продолжится, естественно, еще дорога. Вот такая несложная перспектива. Надеюсь, справится каждый. Упс, Ирина мне перевела в чатике 2 канадских. Канадский, я же правильно понимаю, что это канадский доллар. Спасибо огромное, Ирина. Канадский доллар, это получается 40, ну почти там 50 рублей, по-моему. Это 100 рублей получается. А у вас один лот уже есть, и у Ирины
Если вы хотите получить еще один лот, то 250 стоит один лот. Но тем не менее, спасибо за поддержку. А ссылочка находится прямо под видео. Первая ссылочка на донаты. Так, чтобы попасть в систему. Здесь в чате это, ну, тоже есть возможность переводить. Прямо под чатом есть такой значок доллара. А вообще, чтобы попасть в систему, чтобы вот здесь запечатлелось видео само, тогда нужно по системе пройти, в систему донатов. Так, поле. По полю там есть... Не хочу я все-таки уходить от поля, поэтому сейчас я возьму сразу вот этот снежок. Немножко снежок с ультрамарином помешать. Такой вот он. Здесь вот именно вот такой цвет. Снег, ультрамарин. Синенький ультрамарин с белильцами, и получаем вот такой вот снежок. Бликами можно будет уже потом поработать. Я, кстати, не связался с вами. Вы просили, чтобы я связался, но у меня еще не было времени. Всех с прошедшим наших милых дам поздравляем еще раз с прошедшими праздниками. И как-то вот, между прочим, случилось, что были праздники, планировалось выступление, и как-то все вот одно к одному, одно к другому. Случилось так, что мне не получилось сразу выйти на связь с вами. Если кто-то будет рисовать, то в принципе это, конечно, вот такая картинка, она может быть очень удачна для новичка. Так, ну и там вот на заднем плане я вижу, еще есть у нас цвета, такие более теплые уже. Я беру сиену, жженую с белилами, она такая солнечная. Вот там, вот здесь, по краешку я вижу, что там есть освещенности. Ну, естественно, есть освещенности, они везде, по всей дороге есть, играют в некоторых местах, поэтому все это нужно как-то понадумывать будет, еще понадумать. Так, и у меня, кстати, прошел звук, что был донат, но пока не вижу. Он должен появиться. А, Надежда вот этого, да? Спасибо огромное, Надежда. Так, и вот здесь по полянке там тоже у нас очень много. Ну, в принципе, сейчас закрывать всю поляну не обязательно, можно ее оставить так вот более в свету оставить, не закрывать все. Немножко вот здесь на вот этом плане можно пописать каких-либо таких напоминаний, что там есть плоскость. Вот сюда она под дорожку уходит. Вот здесь будет все это в травке, естественно. Сейчас мы пока травку тоже не рисуем. И можно будет, потом уже, когда деревья будут стоять, будет более понятно, где это будет, где будет место для каждого дерева.
и что будет происходить здесь на дороге. Сейчас пока упустим этот же момент. Для, смотрите, вот здесь для верха, для верхушек, нам нужен такой красно-коричневый, вот умбра коричневая с красным, где-то вот тут я домешаю, и немножко белил, чуточку белил сюда. Вот такое состояние для веточек. И второе состояние для веток будет фиолетовый, более темный. Первый именно такой, немножко краснит будет. И смотрите, что мы видим вот здесь на переднем плане. Миллион веток, и они, одна ветка закрывает другую и уходит туда вдаль. Ну и, соответственно, здесь что мы будем? Каждую ветку мы, конечно, не будем рисовать. У нас есть деревья, которые растут по левой стороне дороги и по правой. Вот по левой стороне дороги, вот там вдали начинаем вот формировать вот такое дерево. Ну, точнее, сотни деревьев сразу, там их несколько, десятки. Ну и, конечно же, ничего не рисуется здесь, прям вот так. Мы делаем только такое вот некое состояние вот этих задних планов, что там они есть, эти деревья, и среди них есть различные, все различные оттенки, вплоть до темных. Сейчас вот я сначала вытащу темненький, и потом по мере высоты вот эти деревья мы догоним не до конца, не до самого, сюда вот, не в небо, а левую часть деревьев вот до сюда. Ну и правую примерно она будет немножко уходить в сторону, точнее приближаться будет вот этим планом, поэтому деревья, которые стоят ближе, они чуть-чуть выше. Ну и эффект получается именно таким, когда мы деревом приходим, правым деревом, например, вот здесь, оно кажется нам выше, это дерево еще выше, поэтому именно вот по перспективе происходит именно так. Вот такая несложная, смотрите, задача. Так, Надежда, я потом запишу, посмотрю еще после трансляции. Мы вас запишем так же, как участниц дополнительно еще. Вот, и здесь нужно сразу иметь и учитывать освещенность. Вот по теневой мы видим, что тень, она немножко вот так наскос идет, через дорогу сюда проходит. Поэтому по тени мы сразу определяемся, что свет попадает с левой стороны, именно слева, и уходит вот теневая от деревьев. В частности, вот здесь скопление деревьев, и может вся теневая лежать там именно на вот этой полянке. Здесь меньше деревьев с левой стороны, поэтому от каждого дерева мы сделаем такое, от каждого кустарничка сделаем теневое именно на дорогу. Вот так вот все простенько. Все очень простенько. Я думаю, что с этой задачей справится абсолютно каждый. Вот здесь вот есть вот такие уже у нас, более такие, уже с характером. Если задние планы мы там менее характерны, таким нет такого характера, то здесь на переднем плане уже есть какой-то характер у стоящих березок. Сейчас я попытаюсь поискать. Мне тоже нужно поискать формы. В общем, конечно, это не сложно, но все равно нужно по формам правильно положить. Вот есть свет, например, чуть-чуть я светом играю на левую часть деревьев. Также вот здесь можно немножко светом сыграть. А в общем, конечно, это все очень легко делается. Смотрите, ничего не рисуется, кисточка макается, и вот сама,
сама она все выписывает, пишет. Поэтому здесь страшного, конечно, ничего нет. И вот из такого страшного получится сейчас картина у нас. Так, я понял. Надежда пишет, что это на кофе. Ну, на кофе это тоже хорошо. Значит, я не зря сегодня вышел в эфир. И будет кофе сегодня у меня. Так, ультрамарин. Возвращаюсь в ультрамарин. Возвращаю краплак сейчас. Ага, Ирина попадает у нас, очередной лот получает, и там, по-моему, там посчитаем потом 5, 6, 7. Ну, по-любому есть лот, 100%. Так, вот сюда подложку надо будет сделать, вот здесь нужно будет сделать именно... За деревьями там, видите, вот происходит, что за деревьями там ультрамарин. Вот. Также есть ультрамарин, который играет чуть-чуть вот здесь, в дорожке, на дорожке. Ну, ультрамарин от самого дерева, это в самом конце, вот эти блики в самом конце уже надо положить будет. Вот, есть еще на самих... У стволов, вот здесь вот где на березках, там тоже есть такой некая тень. Одна березка перекрывает другую, и возможно, что там падающая тень именно вот такая синяя в ультрамарине. Дальше здесь хочется. Очень хочется. Сейчас навести такой вот ультрамарин. Опять скраплак. Смешать с краплаком. И вот я даже возьму сейчас кармин рот. Ну, в общем, любой темный, без разницы. Без разницы. Сейчас вот здесь я и намешаю, наверное. Ну да, скорее здесь будет. Скорее вот здесь. Ультрамарин. Вот темный какой-либо, любой темный, красный. С белилами, конечно, мы увидим такой вот, некий такой вот сиреневатый оттенок. Вот он, видите, какой получается, сиреневый такой. Здесь на переднем плане, вот здесь, где много-много веточек, закрывающие вот здесь березы. Березы стоят на свету, а вот за березами, там, конечно, тоже скопление веток, поэтому... Все ветки, естественно, мы не будем рисовать. Не нужно это, не стоит. Можно взять такой легкий сиреневый и просто-напросто попачкать. Вот представьте, что здесь растут, есть там скопление ветвей. Вот этот угол я тоже закрою. И вот то, что происходит там, очень много там веток на заднем плане перед тем, как мы напишем с вами березки. Нужно забить вот этот задний план именно таким вот неким состоянием. Веточки мы еще не прописываем с вами, но вот есть что-то там растущее. И сейчас вот это будет перебиваться из... коричневого переходить именно в такой вот на передний план в сиреневое. Можно будет даже дозапустить сюда вниз. Здесь ничего много не происходит. Также с левой стороны. Да, точно такая же история вот здесь. Но она невысокая. Здесь не хочется так вот слишком вверх вырезать. Сделаем только парочку таких намеков.
Все, потом будут прописаны несколько таких ветвей, чтобы это было понятно, что там не просто вот так а-ля прима березки. Естественно, они будут у нас более точно показаны и прописаны. Здесь вот теневая. Такое вот должно у нас получиться, в принципе, и у вас должно получиться именно вот такое пятно. Здесь вот гуща, смотрите, гуща. Там есть гуща деревьев и темная подложечки. Здесь вот тоже темная играет в подложке. Ну и все, наверное, да? Вот здесь еще есть одна темнота, где будут деревья стоять. И можно будет потом уже деревьями прописать. Как только вы наведете сейчас вот это вот состояние, можно будет приступать к следующему этапу. Ну и сразу в отражение мы тоже должны учитывать, что там есть, где менее светло, где темные пятна, они также попадают туда в отражение, поэтому все это должно быть заранее продумано. Ну вот с английским у меня very bad. Я чуть-чуть только понимаю. И все. На немецком могу свободно общаюсь. Так, ну что? Приступаем к рисунку. Смотрите, вот этот инструмент, он очень важен для такого рисунка. Нужно найти вот такой вам, чтобы он хорошо-хорошо гнулся. Гибкий. И вот для всех этих веточек, для того, чтобы мы сейчас видим на работе, на картинке, ничего там мы сейчас не будем прописывать. У нас есть только вот эти вот пятна. И вот с этими пятнами мы сейчас трудимся вместе с вами. Задаем им форму. Ну и будем сейчас задавать полностью все ветви. Вытаскивать все веточки и уточнять их. Перед тем, как мы приступим к рисунку, нам нужно только дальнюю, придальнюю подложку проработать. Примерно что мы там видим? Мы видим, что 1000 ветвей вот там на задних планах, и естественно мы их с вами не рисуем. У нас нет такой задачи рисовать на заднем плане вот эти веточки. Поэтому мастихин, он легко справится с этой задачей. В принципе, можно будет взять кому-то попробовать не мастихином, а можно взять кисточку, также тоже есть такой вариантик, когда мы кисточкой с этим делом справляемся. Ну вот мастихин мне нравится больше, поэтому он делает свои вещи. И практически многие вот пишут мне, что у вас, наверное, какие-то специальные кисти. Ну скажу вам, да, что специальная кисть, специальные инструменты, как мастихин. Мастихин во многих случаях рисует самостоятельно, поэтому я ему доверяю. Иногда так получается, что с помощью мастихина можно прям вот такой невзначай сделать очень интересный эффектик. Получается где-то вот кончиком мастихина можно прям кончиком вот так поводить, посглаживать вот эти все, то что я сделал, немножко так вот их
Естественно, я еще приду к кисти, и вот где-то там, где забилось очень много моментов. Синий зацепился, тоже красивенько так можно использовать его подложки здесь. Так, и естественно я вернусь еще к кисточке, и там, где вот вернуть небо можно на место с помощью кисти. Там, где слишком много. Вот такая вот подложка должна получиться. У всех должна такая подложечка получиться. И согласитесь, пока нет никакого рисунка, ничего не происходит. Только вот такая игра света и тени. Больше пока ничего здесь нет. Теперь мы можем повытаскивать отдельные ветви. Также с помощью мастихина есть такая ситуация, когда мы можем вот эту краску потянуть. И вот представьте, что там, ну, то, что я вижу на задних планах, там есть вот эти вот веточки. И я просто зацепляю вот эту краску и вытягиваю ее вот сюда, наверх. Вытягиваю именно вот в этом направлении. А, так как ветки, они именно вот здесь вот на картинке я вижу, они выходят сюда, здесь с этой стороны дороги, естественно, попадают ветки вот сюда. Ну, вот такая вот ситуация, как вот в прошлый мастер-класс мы писали именно такую делали картинку наподобие, вот где с ручейком. И там есть тоже веточки были, где веточки сливались с воздухом. И вот здесь сейчас происходит именно то же самое, когда ветки сливаются с воздухом, и ничего не рисуется кистью, просто мы красочку вот эту гоним, где-то вот острием, а где-то я ее вытаскиваю так плашмёй чуть-чуть. И делается такой вот некий намек, создается на то, что там, опс. Зацепляю здесь камеру, неудобно мне. А, очень легко это делается, поэтому здесь вот особо труда не составит ни новичку, ни уже не профессионалу. И я знаю, некоторые даже художники-профессионалы все равно иногда мучаются вот с этой вещью и забивают. А если мы забьем все кисточкой, вот эти вот тысячи таких вот веточек нарисуем, то картина, она особо не будет смотреться, потому что мы можем создать, легко создать грязь. Вот здесь нужно именно вот такой подход легкий. Формируем вот эти деревья. Ну, в общем, конечно, они смотрят, вот все деревья смотрят так вот, ветки более или менее тянутся к небу, поэтому вот все равно эту форму мы вставляем, чтобы веточки тянулись к небу. Ну, получается такая история. Чуть позже я возьму, естественно, здесь чуть позже я возьму сейчас кисть, и мы вернем на некоторых местах, вернем с вами небо. Некоторые художники делают это жесткой кистью, прям вот стирают так вот, вгоняют краску прям в холст, затирают ее, и получается тоже намек на то, что там миллион этих ветвей, не нужно ничего рисовать в принципе. Вот. Ну, мне нравится именно вот такой вариант, когда полурисунок идет такой некий.
Все еще нужно будет, конечно же, более точные ветки мы будем прописывать. А сейчас идет именно вот эта подложечка. Мы играем только на подложку сейчас, для того, чтобы на этом месте можно было прописать веточки. Сейчас мы работаем с подложкой. Ну так немножко, соответственно, чуточку нужно продумывать, что происходит. Не все прям так однообразно. Немножко должно быть истории такой. Если все абсолютно забьется, будет тоже некрасиво. То есть где-то оставить нужно пятно, не трогать его, и по этому пятну будет красиво прописать стволами и ветками. Вот. А где-то кончики мы можем так повытаскивать, воздушненько так получается, и они в воздух вот сюда заходят, сливаются с воздухом. Это вот так боком немножко. Почаще отходите, обязательно не стойте возле холста. Это самое главное правило, когда мы рисуем и отходим от холстика. Иначе мы можем запутаться очень легко. Вот, смотрите, попал синенький. Ну попал и попал, пусть он тоже будет здесь. Здесь я его вытащил из леса заднего. Ну и дорисую, пускай будет тоже синенький. Не страшно. Вообще бояться не нужно. Вот такие вот пейзажи, особенно вот такие пейзажи, их очень легко повторяют новички. Поэтому с таких пейзажей мы можем научиться именно рисовать. Так, вот тут есть по травке у нас что-то есть. Тут такая же история может быть чуть-чуть. Мы сразу подготовим эту ситуацию. Сделаем заготовочки такие некие. Так, вот тут мы можем уже поделиться с вами. И они довольно-таки интересные березки. Сейчас я буду их писать. И писать именно на вот этих процарапанных моментах. То есть я сейчас могу сразу тут же как черновик использовать, пробуя вот эти березки вытащить наверх. И потом, если мне понравилось, я оставляю этот момент и выписываю уже саму березку. То есть она может вот где-то делиться. Из одного в две, из одной в две выходить. И вот там пойдут потом более такие прописные уже деревья. Также задний план вот здесь. Немножко так наклон. Наклон немножко к дороге. И там можно повытаскивать также. Такой вот намек делаем. Чем ближе придвигаемся, размер березки, естественно, становится ствол толще. И это видно и по стволам, это видно и по бликам, вот здесь по веткам самим. Ну и по высоте видно. Так. Сейчас можно сразу сделать замес такой. И сразу накидать сюда кисточкой. Здесь немножко по-другому будем березы писать. Не как я вам показывал мастихином. Хотя все возможно и мастихином. Но вот задние березки, они все равно там очень тяжело будет мастихином пройтись.
Немножко я возьму свет. Так вот, голубенький. Здесь вот есть голубенький, и есть вот такой свет. И там вот то, что я уже процарапал, вот так вот прокручивая кисть, слегка протягивая, прокручивая, протягивая. И там, конечно, есть вот эти вот березки. Я сейчас повторяюсь, просто мое процарапанное, вот это вот царапанный момент, и его прокрашиваю. Ну и чтобы удобно это было сделать, нужно кисть все время, вот смотрите, она все время крутится у меня, для того, чтобы можно было стянуть со всех сторон. Где-то нужно будет, опс, здесь красный зацепил много, где-то нужно будет по бликам обязательно белилами. Ох, птицы поют, настроение создают. Чуть-чуть жиденькой вот так. Сейчас я возьму. Вот так вот макаем, вытираем, макаем, вытираем. И потом чистой кисточкой цепляем вот здесь вот жиденькую, делаем краску опять с белилами. Там я вижу где-то более холодные, где-то чуть-чуть теплые стволы, поэтому вот разными. Но холодными стволами мы играем, точнее холодные, вот здесь вот на передней части, они будут более холодные, чем те, которые уходят в самый край туда. Там немножко надо притеплить их. Вот так вот вращательными обязательно вращаю кисть для того, чтобы можно было эту краску со всех сторон кисточки стянуть. Иначе, конечно, не получится. Также набираю, вот так вращаю обязательно, и набирается на все стороны кисти набирается краска. И потом по мере протягивания, так вот кисть лежит практически лежа к холсту, тянем кисточку и все время ее я поворачиваю. Многие художники пишут так быстро и никогда не показывают этот момент. Ну и вот человек, не зная этого действия, начинает повторять ученик, ну или новичок в живописи, не получается. Как же получается? Почему не получается? Не понимает. Оказывается, вот есть такая штука, когда нужно немножко так вот проворачивать кисточку. И тем самым вы видите, что стягивается краска со всех сторон сразу. Теперь можно немножко с дорогой поправить ее, потому что по дороге мы сейчас не все пририсовали. Вот там есть задний план дороги. Хочется чуточку тепла. Смотрите, у нас более такой холодный пейзаж. Вроде бы весна пришла. На фотографии весна пришла, но она такая еще холодненькая. Хоть и тает снег. А мы можем сделать более теплое. То есть вот берем чуть-чуть красный. Немножко вот так на кисть красный. И где-то я вот красный прям с белилами. Такой вот она. Еле-еле, не такая прям слишком белая, но такая вот с краснотой немножко. И давайте вот там по дороге в задний план, куда уходит дорога, она сделаем ее такой солнечной. И потом две колеи еще можно будет в конце в самом дорисовать, прописать. И также вот этой солнечной здесь я обязательно сейчас доложу. Пойму, у меня что ли не работает чат? Такая тишина. Такое ощущение, что
Обвал, вроде бы должны быть зрители. Ну, полная тишина в чате. Никому не интересен сегодняшняя картинка, да? Так, вот тут сразу я показываю, что есть плоскость, горизонты. И на дороге, конечно же, есть блики от солнца. У нас блики от солнца, и я сейчас эти блики все примерно вот так покажу. Также есть травка. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весной в сене к нам летит. Особенно вот здесь на передний план, он такой светится весь. Привет, Денис! Это хорошо, что вы наблюдаете. А значит, я не один. Так, еще немножко красноты. Многие спрашивают, там же нет красного, там же есть какой-то другой. Ну вот, всегда художники испокон веков так писали, всегда приукрашивают, как бы там ни было, нам такой вот момент всегда нравится, когда выходишь на пленэр и вытаскиваешь самое красивое. Вот то, что нравится. А то, что не нравится, просто убираем из картины, из работы. Она может вот здесь синит, но мне нравится, чтобы она краснела немножко. Будет создавать такое интересное настроение здесь все равно. Так вот чуть-чуть пастозненько. И уже похоже, немножко работа становится на этюд. Пока еще ничего нет, но уже такое проявление появляется. Запачкал, это не чисто белое, а вот таким с краснотой немножко пачкаю. Ну и как здесь, в принципе, вот это все состояние, оно такое пастозное. Немножко можно перебить будет еще синевой в некоторых местах, но тем не менее вот есть уже такая и подложечка. Я полностью не закрашиваю, местами так иду. Выхожу так, пока только местами. Вот тут у нас есть, сейчас я буду пачкать уже. Вот, видите, кисточка испачкалась. С одной стороны уже зацепилась краска синяя, с другой стороны еще чистая есть краска. Поэтому вот в некоторых местах я смотрю, где выделить, где положить. Вот так также прокручиваю кисточку. И где-то попадаю бликом, но цепляю сразу, зацепляю вот эту вот синенькую краску. Ее можно легко будет сейчас туда, в эту мокрую подложку, мокрый снег подложить и вот прям туда выйти, в самый зад. Там есть, также эта колея продолжается, но она менее светлая, там вот есть где-то бликами выходит, поэтому вот ее также примерно вытаскиваем. Где-то снег очень мокрый. И можно даже вот такими, если вот подтаивает снежок. Формируем пока. Еще у талости снега, там где тает снег, края могут быть фиолетить. Вот тоже очень часто
Я наблюдаю такую картину, если лежит снег и лужа какая-то, и вот краешки лужи, они могут так вот совершенно спокойно фиолетовыми быть. Давайте вот сюда еще солнечный. Там вот где-то обрывается, идет дальше солнышко. Да, деревья еще не нарисованы, но воздух появляется именно из-за того, что и цвет играет, и такая воздушная. Сейчас нет пока ни веток, ничего, все так вот легко. Поэтому кажется так, что воздушно. Алик, привет, добрый вечер. Весеннее настроение у нас сегодня, да. Я не хотел выходить сегодня в эфир. Сегодня Саша должен быть Долинский. Но так получилось, что у него интернета нет. И он мне написал, еще днем написал, я не заметил, уже посты поставили везде. А потом я пытался связаться, так и не связался. Видать, что-то с интернетом все-таки. Видать, что-то не так у него пошло. Ну и, в общем, решил вас сегодня не оставлять одних. Многим, конечно, я, может быть, поднадоел. А многие, конечно, еще хотели бы встретиться со мной. Как-то так. Двигаемся дальше. Здесь, конечно, все будет перекрыто вот этими основными. И их, наверное, напишем все-таки такими, как мы их писали все время с мастихином. Это один из самых моих любимых вариантов. И где, когда работа получается такая вот, когда береза получается такая достойная, настоящая. Я беру синий сейчас, синий с красным. Мне нужно получить почти черную. Вот синий с красным, здесь вот в зависимости. Чуть больше красного получается такой темно-темно-коричневый. Чуть больше синего, она еще синит. Если белил добавить вот это в синеву, получится такой грязно-грязно-фиолетовый. Если больше красноты, то получается такой вот коричневый, темно-темно-коричневый. Вот этот темно-темно-коричневый мне сейчас нужен. Ну и что, давайте тогда, смотрите, сколько много, здесь вот целая куча стоит, вот здесь вот прям вот на этом месте растет куча берез. И вот эту кучу берез, ее хочется сюда, сейчас мы ее сюда с вами, вот береза номер один. А ствол березы возле, всегда возле земли, он чуть-чуть потолще, поэтому я еще вернусь к этому. Мне сейчас просто сделать такими намеками. Хочется, что здесь есть несколько берез. Так, вот здесь вот где-то две березки, они очень здорово сюда. Наклон у них уже идет. И вот я ее показываю толстенькой такой. Еще рядышком можно одну. Возможно, что это все-таки посажено, потому что возле. Хотя не факт, что это насаждение возле дороги. Ну, не знаю, может быть и так, и эдак. Давайте вот здесь три сразу березки сделаю. Многие сейчас кто-нибудь впервые меня смотрит, скажет, а зачем ты черным? Черным прям делаешь. Вот, дождитесь.
Дождитесь, сейчас увидите, для чего это делается. Вот, все-таки я перекрою еще одной. Так. Никак на фотографии, да, совсем никак, не так, но немножко по-своему. И вот в этом и есть интерес, что художники всегда были, есть и остаются врунами. Никто правду не пишет. Сколько мы не выходили на природу вот так, в редких случаях, ну, мы только берем за основу. Все время берем за основу рисунок. Независимо от того, с фотографии, не с фотографии. Просто вот сначала идет основа. Должна быть похожесть. И вот я вас 100% уверяю, что люди, которые знают это хорошо место, и увидев картину, скажут, ну это вот да, это там, это я знаю. Хоть и неправда, да, по березам может неправда быть. Ну иногда нужно просто, вот сейчас холст, на самом деле он очень мелкий такой для... Таких картин желательно брать метровые, такие достойные холсты уже для написаний. Вот. И, во-первых, удобнее, а во-вторых, можно написать больше деталей. Именно больше деталей можно написать, прописать подетально, более точно, чем на мелких холстах. Поэтому я все время говорю, не привыкайте к маленьким, тоненьким, 30 на 40 вообще не берите холсты. Это такие холсты, на которых редко чему научишься. Только мучаться будете. Это если есть опыт уже какой-то такой по тому, как работать с маслом, с акрилом, тогда, конечно, можно уже брать мелкие, когда вы что-то достигли, научились и знаете, как это делается. А когда человек учится, лучше не привыкать к мелким холстам. Это неправильно. Так, ну вот примерно что-то примерное сейчас. Нужно сюда сейчас навязать вот этот сначала эту темноту. После того, как есть темнота, сейчас мы сделаем с вами кору, и вы увидите, как это легко, просто и легко делается кора. Ну и все поэтапно. Видите, я то там, то здесь, то снова там, то снова здесь. Как-то вот я берусь. Всю работу делаем поэтапно. Не сразу мы все это бежим. Я иду по всей работе, так вот этапненько работаем. Для чего это делается? Для того, чтобы глаз не замыливался, не оставаться на одном месте. Все время можно было передвигаться по картинке. Так, что у нас тут по небу можно? Вот смотрите, где-то в некоторых местах мы можем ошибиться, допустим, с небом. И нужно просто вернуть его. Что мы делаем? Мы берем эту же красочку. И вот я возвращаю это небо, где... Где было забито чересчур много. И тем самым мы можем прям вот вернуть весь воздух. Это один из приемов, которыми пользуются часто художники. И тем самым мы таким образом возвращаем
Во-первых, мы делаем, показываем воздух в небе, во-вторых, возвращаем само небо, если оно чересчур где-то забилось. Так примерненько добиваемся той же красочки, которая была. Если она на тон другой немножко не совпадает, ее можно так вот прям чуть-чуть разгладить, и в принципе ничего страшного. Даже если там попал какой-то блячок, это может быть блик от ветки. И тем самым лишнее, конечно же, все у нас так много, если веточек лишних, то они так вот становятся более спокойными на этом, в этом плане. Так. Ну, сейчас я уже приду ветками сюда. Чуть-чуть поаккуратничать с дорожкой. А у снега у него тоже есть объем. Поэтому этот объем нужно также будет показывать. Так, ну и вот та дорожка, куда мы уходим, в самый зад туда. Давайте ее там. Примерно вот так. Куда-то она идет, и там вот есть уже лесок. Ну и пусть зритель уже догадывается, что там происходит. Влад, привет, добрый вечер. Так, сейчас мы придем с вами уже к березкам. И от этих березок можно будет настроение создать по теневым. И можно будет уже добиться здесь отражений каких-то интересных. Там вот есть, смотрите, много таких засохших. Ну и вот эта земля, и засохшая трава. Травка, естественно, это не просто там такие вот просвечены. Естественно, где-то я оставлю, но где-то все это перекроется. Особенно вот здесь я вижу перед вот здесь за деревом. Тут вот есть такая штучка. Ну так примерненько все. Не факт, что именно так должно быть, но
примерно как-то должно же это быть. Так вот создаем такую картиночку сначала. Не знаю, слышно вам, не слышно, как птицы поют прям. Вот это вот. У нас не было, кстати, ни снега, ни зимы толком не было. Но птичий пев создает такое настроение весеннее, что бы там ни говорили. Прям вот кто-то там. Кто-то из птичек прям так голосит хорошо. Это не в подложке, не в музыкальном оформлении, а именно если вот слышно, то рядом где-то сидит птица и поет. Так, ну вот здесь, да, здесь есть такое некое состояние травки. Я еще вернусь сюда на передний план. Почему хочется не только вот, вот здесь уже сам художник, фотохудожник нашел этот момент, где угол, в принципе, он затемнен. Ну и это всегда играет на руку художнику, когда мы начинаем именно с темных углов, где есть вот такая темная подложка. Здесь еще будет травка, поэтому мне нужно только подготовить вот это вот, вот этот момент. Где-то также на этой стороне такая же история. Втором-то зимы тоже не было, а гуси улетали и уже на днях вернулись. Да. Вот непонятно, да? Торонто, насколько я знаю, в Канаде всегда, всегда была зима. Такое я впервые вообще в шоке. Многие в шоке люди, потому что, ну как так? Как так? Почему не было зимы? В Питере толком не было зимы, нигде не было. Сейчас вот там вроде бы чуть-чуть снежок опять пошел. У нас вообще не было. У нас недавно такой вот он прям днем повалил. В марте месяце. И все. И тут же растаял. Это было, может быть, несколько минут, что радость зимы почувствовать, что на самом деле снег нас не забыл. А нет, все-таки забыл. И, в общем, зимы как не было, так и нет. Сейчас вот уже пахнет весной. Чувствуется, что весна наступила. Крокусы кругом. Растут.
Так, блики смазать надо будет по березкам. Вот где березки, у нас будут блики. Ну, давайте я их сразу сюда. Они незначительные такие, вот не чистые. Я беру, испачкаю красочку, так чтобы не чистыми белилами, а именно такими. Ну и повторим. Просто надо повторить такое вот состояние. Как будто там, на самом деле еще березки нет, то есть она не нарисована, но уже я здесь делаю вот эти повторения, которые мы примерно видим с вами. Так, есть где-то вот там, на заднем плане. Так, чтобы в отражение попали березки. Так, вон ту березку на заднем плане. Еще вон там есть. Вот тут будут березки. Здесь можно будет уже более точно в отражении показать. Сейчас их пока нет, но смажем их потом. Где-то бликами надо будет. Где-то можно будет еще теневые на них. В общем, я пока не знаю. Сейчас нарисуем березки, а потом придем к этому отражению. Все, что там есть, все вот так. Ну, как по обычаю, есть вертикали, есть горизонтали, поэтому про них забывать не нужно. Нужно еще горизонтики положить. Есть вот со стороны снега есть теневая. И вот где-то мы сейчас горизонтами, а также поперебиваем. Есть еще само отражение лежит, допустим, вот здесь от дерева будет также отражение падать по дорожке. Поэтому все это нужно учитывать. Вот, и мы показываем сразу помимо вертикальных отражений, еще и горизонтальное отражение. Ну и вот тут может быть что-то такое подтаянное. Дорога мокрая, и еще на ней может быть такие проталины лежать. Также и с этой стороны. Возможно, от колес что-то оставаться. Возможно, что снег вот так подтаял. Задаем это настроение. Примерно такое, да? Так, а у нас в Якутии зимы полно. Давайте делиться. Да, кому-то повезло. Ну, может, не повезло, потому что некоторые не любят зиму. У нас многие немчики, они не любят, когда снег, прям вот кричат, ой, снег. Что ж теперь делать? Как же быть? Боятся ездить. Ну, а в основном-то у нас здесь такая, там, где я живу, гористая местность, поэтому здесь, конечно, не каждый рад
Бывает очень сложно подняться, спуститься с горки. Особенно у кого нет опыта в вождении. Так, так, так. Сейчас я попишу березки с вами. Помните, как мы делали это? Нам нужен здесь вот более такой холодный на передних планах, я вижу. Но он будет, на самом деле, я мастихином сейчас сделаю. И второй цвет нужен вот такой подложку, там синит он немножко. Нужно будет два цвета. И в принципе можно даже прикраснить, вот, то есть взять не совсем такой белый, а немножко красноватый, с краснотой. Вот так аккуратно-аккуратно с красненьким быть. О, все, уже здесь попачканный весь. Да. Это будет много. Аккуратненько, сейчас я возьму еще. Совсем так чуть-чуть. Он немножко такой розовый, не знаю, насколько передает камера. Надеюсь, что она передает. И вот я набираю на эту сторону мастихина, так как я правой рукой рисую. Ну и нужно будет, смотрите, я стою на этой дороге, и вот здесь внизу я вижу, что не по прямой, не вот так по прямой, а дерево, как бы вот наблюдаю снизу, именно опускаю сначала, а потом приподнимаю, чтобы получился такой некий объем. Вот так опускаем и приподнимаем. И тем самым получается, что не по прямой я провожу, а вот таким способом, вытаскивая краску. Смотрите, она не захотела, и вот тут мне сейчас невыгодно легла. Ну ладно, возьмем другую. Где-то здесь хорошо уже. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас я с тобой справлюсь. А вот здесь наоборот пошло. То есть здесь верхушка уже у березы, она идет наоборот. То есть мы смотрим наверх, и она огибается в другую сторону. Задаю еще раз. Вот видите, она не хотела рисоваться. Я ее заставлю все-таки лечь. Надо заставить эту краску, так чтобы она уселась. Не хочет, смотрите, не хочет, ни в какую не хочет. Но мы ее заставим. Вот здесь как раз нужно такое состояние, чтобы краска была и не жидкая, но и не совсем такая густая. Здесь вот нужно чувствовать ее. Ну и два состояния краски. С одной стороны это будет... Вот с этой стороны мы будем сейчас синий гнать. Такой вот... Чуть-чуть она синит. Вот эта березка. Именно со стороны тени. В обратную сторону загоняем эту красочку. Здесь мы гоним, в одну сторону мы гоним синюю, в другую сторону мы гоним светлую с краснотой. Сейчас я ее уточню. По бликам. Не полностью, конечно, протягиваю. Это надо вот сейчас
где-то нужно повыбирать прям. Такой вот эффект написания берез, он очень интересный получается. Так что, друзья, сейчас терпение немножко, и мы начнем выбирать, где слишком много, нужно будет задать назад. И смотрите, почему темная подложка? Потому что мы можем вот так вот взять и по этой темной подложечке вытащить вот такие вот, ну то, что березки любят, помните, такие вот есть у нее, галочкой вниз. Вот, можно повытаскивать вот это дело. И тем самым мы получаем такую вот настоящую кору. Здесь вот она идет наоборот. В эту сторону вытаскиваем ее. Вниз. Все березки снизу, они немножко такие темноватые. Чуточку темноватые они. Ну, пока без веточек, видите сами. Пока нет веточек, пока есть только намек на кору. Как только появятся веточки, появится дерево. Сейчас его нет еще. Естественно, нужно будет еще по деревьям, обязательно по деревьям нужно будет еще пройтись еще темной краской, иначе вот эта кора, она на самом деле не звучит еще так хорошо, поэтому нужно будет жиденькая красочка. Сейчас возьму жиденькую. И темная, красная, синяя. Сейчас смешаю, вот больше красной, чем синий, и вот такая темная получается. Она обязательно должна, иначе не будет этой березки. Вот смотрите, вот этот цвет, он сейчас очень даже хорош будет для того, чтобы показать вот эту вот глубину березок показать. Ну и можно будет вот так вот тоненькой кисточкой потом, естественно, съесть и порисовать. Здесь вот нужен этот рисуночек, потому что здесь где-то есть точечка просто, где-то полосочкой мы уходим. То есть вот здесь нужно нам получить именно намек на березки. Вот и здесь также с этой стороны. Не знаю, насколько я успею вам сегодня показать все. Ну вот примерно я сейчас вам показываю, как можно будет справиться, если мы вдруг не закончим работу до конца. То вот примерно вы разберетесь уже, как дописать можно. Все так вот. Березка не любит одинаковости. Здесь вот все тоже по-разному. Могут быть различные вот эти вот в коре
штучки. Но когда мы смотрим вот эту картину близко очень, то здесь, конечно, все очень так напоминает березу. Так, Элизабет пишет Александра. Thank you. Так, ну и потом мне нужно будет... О, смотрите, я почистил кисть, нужно почистить. Так, и... Я возьму сейчас чистой кисточкой, светлой красочкой, конечно же, ветки. Я показываю пока по двум березкам, поэтому сейчас я их напишу, а потом перейдем на дали. Вот. И смотрите, там много таких веточек, много-премного, их нужно также также мы их крутим. Также тянем, также протягиваем жиденькой красочкой. И вот где-то от этого дерева, где-то от того дерева. Возможно, даже лучше всего взять будет другую кисть, потоньше еще. Это вот она такая еще очень толстая. Очень толстая кисточка. Для веточек лучше брать потоньше. Вот такой кистью это вообще прям идеально пишутся веточки. Так, что-то она распушистилась у меня. Нехорошая убитая кисть. Да, это нехорошая кисть. Что ж ты так распушистилась? Надо заказывать. Я вот заказывал недавно. Так и не пришли мне почему-то. Из этой, как она называется, AliExpress. Сейчас оттуда много делают. Вот не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с недавними событиями, что с этой болезнью. Ну, в общем, не поступил мне заказ. Надо сейчас еще раз заказать, попробовать. Так, попробую сейчас. Вот есть еще один из вариантов. Это, конечно, сначала высветлить. Не темный холст, а высветлить. Вот смотрите, два варианта. Один из этих, вот какой вам понравится. Высветлить, а потом темным поверху уже кистью писать. То есть вот здесь без мастихина вариантик. Кому какой нравится, вот выбирайте для себя. Это не значит, что вы должны именно так делать, как я вам показал. Но если вам нравится этот момент написания мастихином, вот у нас на всех наших уроках
И люди приходят ко мне на мастер-классы. Если мы пишем по березкам, то моим ребятам всем нравится. И говорят, это самый такой метод, который больше всего подходит. Вот. Ну и здесь, конечно, тут миллион их. Есть еще где-то тоненькие, где-то делятся березки. Здесь тоже нельзя, чтобы это было прям идеально похоже ветка на ветку. Сделайте веточки все разные. От одной ветки может уходить несколько сразу, вот разделяться и не забить все вот так одинаковость. Нет математики в природе, поэтому здесь тоже не должно быть ничего математического, поэтому видите, вот как-то все так условно надо. И так вот, к сожалению, может, к счастью, не знаю, у нас именно так наша голова думает, что мы, и мы автоматически пишем так вот одинаково. Когда новичок рисует, я очень часто замечаю, что листик к листочку, и как-то вот все так одинаково показывается. Это, конечно, неправильно. Так, ну что, вот еще перебить можно. Там есть еще темные веточки. Не обязательно все белыми забивать. Нужны еще и будут еще и темные. Поэтому делаем и те, и другие. Ну вот у нас есть, кто может пообщаться теперь в чате. За меня поотвечать, поотдуваться. Так вот, раздавливаем краску на палитре, так, хоп, и потом вытираем мастихин, берем новую бумажку, с края вот так набираю, ну, чтобы было с краешку, не хотелось, ладно, еще раз, перемешать хорошо. Теперь вытираем и вот так с края набираем, чтобы было на краешке, на самом. Вот, и пишем все березки также. Подкладываем. В этом случае, конечно, здесь мастихин, он такой эффект делает, рисует сам, за вас рисует. Давайте еще одну сюда. Ну, такая же ситуация здесь, на этом дереве. Только свет попадает уже здесь с левой стороны на эту березку.
Потом дорисую я, все-таки там еще есть темные, поэтому с темными ветками и темными стволами еще нужно будет подойти. Часов в Москве, по московскому сейчас. А у нас слышно, что церковушка бьет колокола. Ну, все, сейчас я поуточняю. Можно взять такой тоненький, потоньше, поменьше мастихин. И меньше мастихином тоже можно, в принципе, дорисовать это дело. Так, ну и синенький, естественно, не без синего. Вот, в принципе, можно как синенький взять в темноту, так и что-то вот с ультрамарином можно помешать. Такие замесы. Раньше брали художники для теневых. Красные оттенки, коричневые, красные. То есть сегодня мы пользуемся синими, фиолетовыми в оттенок. В оттенок теневых, теневые. Сейчас надо будет кисть. Естественно, без кисти я никак не справляюсь. Здесь вот все надо будет сейчас равнять этой кисточкой. Все так сейчас условненько. Но без кисти все равно никак. Отстучались. Кушка отстучала. Так, ну естественно, да, вот смотрите, видите, сколько сейчас ошибочных таких моментиков, их нужно будет все так аккуратненько немножко. Где-то вот я залез, нужно будет вернуть эту. Особо, конечно, равнять здесь не нужно, поэтому так вот чуть-чуть, немножко совсем. Красный-коричневый. Так, ну давайте темных таких. Сейчас я отвлекусь на чат, я пока не вижу. Не читаю, точнее. Так что, если есть какие-то вопросики, пишите. Сейчас я буду смотреть, что там, что у нас в чате. Вот так вот добавляем вот этой темноты во все места, где ее не хватает. Конечно, можно посидеть так вот скрупулезно с кистью и
подетализировать. Прям вот детально можно до такой степени дописать, прописать, что это будет прям вот идеально похоже на, реалистично похоже на березку. Тут вы сами уже по своему состоянию, как вы думаете, делаете. Вот мне нравятся такие вот березки, они в общем тоже имеют право быть. Так вот, шустренько, живенько, импрессионистски, по-импрессионистски написаны. Ну и тоже они очень такие живописненькие получаются. Кто особенно не умеет, вот впервые взял кисть в руки, еще нет опыта, и приходит на мастер-класс и говорит, так как? Я им показываю вот такой вот момент. Очень легко пишется. И люди прямо вот с первого раза пишут пейзажи. И сами не веря себе, прям говорит, ну я прям вот вроде я написал, но не верится, что это я, потому что никогда не рисовал, а тут. Это говорит о том, друзья, что зная технологию, зная, как нужно писать, можно сделать любую картину. Нужно знать просто, как это делается. Многие говорят, нужно обязательно, чтобы был, ну, как бы, как он называется-то? Или пишут, что у вас талант. Это неправда. Любой человек может написать, зная, как это правильно делать, как правильно повторить. Зная метод прописки, любой человек справляется легко. И вот там вот на задних нужны, конечно, вот эти точечки на березках. Здесь мы не можем так вот, как мастихином, уж слишком мелко там будет. Чтобы слишком сильно не мельчить, легче, конечно, сделать именно так. Сейчас еще веточек добавим, и все получится. Все, как говорил наш любимый шеф. Так, как-то так. У нас веточки. С правой стороны очень много таких вот фиолетовых, темных. Здесь я больше сейчас вот смешаю вот этот красный с синим плюс фиолетовый, и они вот такие вот темные веточки будут. Их там на самом деле тоже очень много, и поэтому отстоящих, может быть, еще каких-то мелких можно написать, растущих.
Давайте сейчас по веткам сначала пройдусь. Нужна жиденькая. Безжидкой, смотрите, не хочет. Безжидкой красочки. Ну вот, можно даже зацеплять здесь. Не обязательно именно фиолетово, где-то вот темнее, где-то коричневый можно вот такой зацепить по веточке. Разные будут ветви. Вот, смотрите, коричневая веточка. И вот тут я вижу, смотрите, также на... Очень, кстати, выгодно будет сначала мастихином сделать. Сейчас так и поступим сюда. Подложку кинем красочку. И теперь эту красочку вытянем, а потом прорисуем кустик. Вот там я вижу кустик, поэтому вот эту краску, вот она лежит. Мы ее берем и вытаскиваем сюда. Если не хватает цвета, значит еще набираем. Можно даже какой-то погрубее взять, потемнее. Вот так вот потащить. Такие вот кустарнички воздушные. И теперь берем кисть и вот так вот кисточкой вытаскиваем веточки. Сейчас, друзья, я посмотрю. Мне хочется сделать такую легкую паузу, двухминутную буквально, пойти набрать кофе. Вы же кофе пьете? Я тоже хочу. Вот тут надо что-то придумать такое, что есть вот кустарник такой, его можно немножечко так порисовать. Где-то выцарапать, а где-то дорисовать таким. Можно поперекрывать вот эти вот березки передние. Так, полезли наверх. Полезли наверх. И тут нельзя мне оставить их без внимания. Нужно очень много здесь, конечно.
Таким вот легким движением руки рождается. Кисть не зажимается, кисть должна быть очень так вот в легкой форме ее держать. Ни в коем случае не зажимать. Прям вот два пальца у меня. И чуть-чуть я так прокручиваю и проворачиваю немножко кисточку. Получается такой эффект. Нельзя здесь тяжело так забивать. Ну, где-то нажимая на кисть, где-то более свободно. Вот некоторые ветки можно подчеркнуть. Вот выходит, например, веточка, и под веточкой темнотой сделать. Так же, как и наоборот, можно вот светом положить. Вот есть ветка, например, и прям светиком на нее сверху. Допустим, вот так. Оба варианта хороши. Можно подчеркивать, можно... Наоборот. Ну вот смотрите, сколько там получается. Очень много там веточек получается уже. Они пересекаются друг с дружкой. Делятся веточка от веточки, вот где-то от другой веточки, третья веточка, и вот так. Таким образом мы можем здесь вот часами можно же сидеть и вот это место выписывать. Давайте догоним здесь до верха. Ну, естественно, есть у нас вот на этой стороне тоже такая же история. Такие ломаные ветки. Не без этого. И вот там вот на заднее вижу. Сейчас мы ее допишем, эту березку. Допишем. Периодически вот так переходите от одного края картины к другому. Не оставайтесь все время на одном месте. Очень быстро устает глаз, и мы так вот устроен человеческий глаз, что мы потом не видим всех ошибок. Начинаем делать независимо от того, хороший художник либо плохой. Есть опыт, либо нет, все начинают, абсолютно все начинают творить безобразие потом, если не делать пауз.
почаще, может быть, где-то в зеркало смотреть на картину, может быть, даже фотографии делать периодически, так чтобы можно было все время заниматься переоценкой, смотреть. По фотографии, между прочим, видно, сразу все видно, все недочеты в картине, все недоработки. Многие делают специально, художники делают фотографии и смотрят по фотографиям. Что нужно еще в картину добавить, дописать. Фотография очень помогает, кстати. Так, ну вот такую историю мы делаем с вами сегодня. Несложную, друзья, несложную. Справитесь. Должны, я думаю, должны справиться. Вот кто новичок, вот смотрите, с моей подачей у вас должно получиться. Потому что если вы будете смотреть внимательно, шаг за шагом повторять, то... На самом деле все очень легко делается, мне не нужно здесь слишком колдовать над этой работой. Все вот так, таким методом легко сможете написать. Единственное, что да, вот много таких вот мелочевок, вот по веточкам нужно сидеть, это вот. Сбивать их, но так вот продумывая, не просто так как бы, а именно с условием, что вы немножко так продумывая должны это писать. Вот возле земли можно здесь поближе, точнее уже таким светлой веточкой поломать. И поломать можно, в принципе, вниз тоже пару веточек. Не обязательно все тянуть кверху, к солнышку. Могут веточки уходить сюда тоже вниз немножко. Такое тоже бывает. Поехали темными. Где темные, темные. Ну, вот, допустим, где-то ветка идет, и вот она такая не прямая ветка. Многие почему-то делают вот такие вот, как волны рисуют. Это неправильно, нужно так вот где-то рывками, где-то останавливаться. У березки именно, не только у березки, по многим деревьям такие ветки, где мы не просто прямую линию, вот такую волнистую видим, а именно ветка идет куда-то сначала в одну сторону, потом резко меняет направление, и потом так вот такими корявистыми. То есть тут вот это отдельный урок, и перед тем, как писать деревья, нужно, конечно, к этому так вот серьезно отнестись.
попытаться понаблюдать за природой, посмотреть, как растут деревья, как веточки лежат, расположены как на дереве. Хорошо видно именно вот сейчас, когда нет еще листвы, и можно очень много выхватить из природы именно своей наблюдательностью. Больше наблюдайте. Так, ну что, и вот на эту сторону давайте. Вытащим на эту сторону пару веток. Там есть помимо темных, есть еще и светлые веточки. Так вот под ветками можно ставить ударение такое темное, и получится, что веточка она как бы так из дерева выходит. И не забываем про свет и тень. Это тоже важно. Очень важно не оставить без света. Смотрите, видите, как теряется здесь сейчас березовая ветка, хоть и светлая, но она теряется на фоне. Вот, ветки еще можно, кстати, прописывать в обратном направлении. Можно тащить как от ствола, так и к стволу. Тут без разницы. Сейчас я парочку буквально здесь только таких вот сломанных и поправлю ее на под ней надо будет написать еще темным. Не всегда так сразу заходит с первого раза. Хорошо. Ну и ладно, не хочешь ты, ну и не надо, да. Не будем мы ее так мучать сильно. Сделаем такие разветвления. Как-то вот так примерно все. И вот на ветке тоже есть такие переходы от темного, ну как по коре. То есть не все у нас ветки спрятаны и просто показаны. Есть еще и кора на веточках, на некоторых.
Так. Вот, а по детально можно уже потом, когда работа написана, когда подсохла, и потом вот по бликам, именно по детальке, где-то вот то, что не хватает, дописать, добить ее, доодушевить картинку. Где-то вот если не получилось или толстое получилось совсем, можно немножко другой красочкой, цветом выбрать, например. Это тоже один из таких правил. Очень удобно справиться с поправками. Так, ну что, можно теперь по кустикам, по травке, по бликам. Здесь по дорожке еще уточнить немножко. Пишет красиво. Спасибо. Да, нас сегодня на самом деле не так много. Не так уж и много нас сегодня. Ну что я вижу, чат такой полупустой. Так, вот здесь растут. Сейчас я тоже туда закину пару коротеньких таких березочек. Очень коротенькие. Они вот тут спереди растут, и поэтому они кажутся такие мелкие. И вот когда одним цветом показываешь, конечно, сразу становится непонятно. Нужно обязательно еще дополнять другим цветом. Темнотой. Так, ну давайте еще где. Можно где-нибудь здесь вытащить. Такие совсем малюсенькие. Это может быть даже не березки, по желанию. Вот, и немножко на них так вот пригрязнить. Прямо вот поверху я пишу, немножко я в край ухожу, где свет еще падает со стороны. Так вот двумя тоновыми оттенками мы делаем. Оттенок один, оттенок другой. И тонкая кисть. Сейчас по веткам еще. Конечно. Много веточек, поэтому их нужно сюда. Я уже потерял этот фиолетовый чистенький. Он будет красив, если его вернуть назад. Так. Все-таки я навязываю сюда больше вот этого темного, особенно снизу. Без него никак. Вот
Тоже мне испортила эту кисть, интересно. Какая хорошая кисть была. Так, тут вот еще есть такие травиночки. Возле березки. Ну и сейчас по теневым еще пробежимся. Так, это кустарник будет, да? Такой кустарничек. Здесь вот по здесь по вот этим местам, здесь, конечно, мы не можем сейчас. Здесь нужно смотреть, где темный и где темная подложка и где светлая. По темной подложке нужно светом играть, а по светлой темной краской. Поэтому здесь вот такая вот история здесь немножечко. Сейчас. Тоже так повыдумывать надо всю историю кустарную, что можно тут написать по кустикам. Пускай вот эти вот остатки. Остатки краски все равно остаются, чтобы... чтобы краску не выбрасывать. Сейчас мы ее немножко так поразнообразим. Вот, и то, что вы видите, там вот реально можно сидеть прям вот часами. Это, конечно, лучше сделать не сегодня, не сейчас, а когда подсохнет работа, и потом так вот облокотить прям руку. И можно целый день сидеть и вот эти веточки выписывать до, вплоть до самого такого гипер рисунка, гипер реалистичного. А еще плюс, знаете, какой, когда мы сразу не пишем, а работаем по сухой работе, мы можем, вот если что-то не получилось, мы можем совершенно спокойно взять потом маслом, тряпочкой вытереть и заново. И вот тем самым мы можем пробовать. Очень возможность такая, ну, очень хорошая для того, чтобы можно было попробовать. Пописать. Не всегда получится, может быть, сразу по живой, по сырой работе очень тяжело иногда. А вот когда подсыхает уже, и потом мы можем легко справляться в дописке.
Ну и потом многого мы можем не увидеть, потому что за раз, когда мы пишем, все равно мы теряемся еще. Много пропускается. Так, ладно. Здесь я могу пока так чуть-чуть оставить. Если, может быть, что-то доупустил, не страшно. Вы, главное, понимаете, как это делается. Теперь я хочу опять по бликам. У нас небо тоже немножко отражается. Здесь нельзя оставить небо без внимания. И есть отражение. Здесь такой вот синенький. Темный-темный синий, грязный такой вот синий получается. Мы его можем подложить небо в подложку. То есть вот оно у нас все равно звучит, там вот это небо. Ну а так как отражение, вы понимаете, что все отражения, они смазаны по вертикали у нас. И от этого правила не должна отступать. Вот еще можно сейчас вернуться по отражению к березкам. Здесь вот у нас нет, но сейчас мы немножко небо сюда. Наши лужи. Попробую. Немножко спереди высветлить. Такая вот мокрая слякотная дорога получается. И еще нужно, сейчас я кину сюда немножко такое понятное отражение, чтобы было. Это не чистые белила. Отражение должно быть на тон темнее. Поэтому здесь вот сейчас тон темнее, естественно. Но все равно отражение есть, и оно такое смазанное. Поэтому мы сейчас можем вот так вот его немножко смазать. С этой стороны, со стороны света делаем светлее. Можно немножко, вот вода, она любит такое, знаете, как немножко по плоскости растекаться. Вот я ее раздавливаю, просто снежок этот. Делаем такой мокрый. Показываем все лужи. Даже вот так можно, да, такой слякотью немножко зацепить и протащить ее немножко на дорогу. Ну, возможно, где-то здесь возле. Возле дороги, так вот немножко сюда
снежок тоже попачкать. Каждая деталька, друзья, в работе, она что-то значит, поэтому вот все можно. В самом конце можно все доуточнять. Так вот, хочется на край, как я говорил уже вам, что где снег соприкасается с водичкой, там такой вот фиолетовый настрой. Вот этот фиолетик, он как делает такой подмокший, как будто снег подмыкает. Вот такое подмокшее состояние у снега. С этой стороны такая же история. На картинке мы плохо, конечно, видим, нет такого, но я бы вам посоветовал сделать так по краям. Так, и нужны еще теней нет, да, на самой. На самой работе нет теней от березок. Так вот чуть-чуть ее везде, эту фиолетовую подложечку. О, видите, как здесь грязненько в этом месте. Сделаем, вернем фиолетовый, ладно. Вот уже темно на улице, а птицы все поют и поют. Надо же. Так что может быть еще снег, может быть так немножко припачканный в некоторых местах. Также под снегом может быть тоже тень. Хоть она еще у нас... Точнее, сам снег еще здесь уже более такой растаянный. На полях вон там, вон туда, на поле, надо взять сиену, а можно даже красный взять чуть-чуть, и белильца, и такой яркий-яркий подложечку, вот туда, бличком таким подложить. Здесь вот на полянке может быть такой свет с той стороны. Так как оттуда падает свет, и та полянка может немножко светиться. Так же, как вот здесь на дороге лежит немножко светик. Так, и пропал, да? Больше нет у нас ультрамарина. Сделаем немножко ультрамарин. Еще. Так, очень красиво, солнечно. И больше что-то beautiful, супер, красиво. Да, это масло
Мы рисуем маслом сегодня. Не забывайте, друзья, наш проект существует за счет вашей поддержки. Мы работаем бесплатно, трудимся для вас. Не стесняйтесь нас поддерживать. Это очень важно, иначе мы не сможем все время бесплатно существовать. Нам придется на платный вариант переходить. Так, вот есть, смотрите, есть ультрамарин белила, такая тень получается интересная, очень красивая. Сейчас немножко я ее... Надо добраться до этой краски. Получилась эта красочка теневая, чтобы она была не совсем яркая, не совсем тусклая, чтобы все так вполне хорошо было. И вот здесь есть еще тень, смотрите, и вот еще тут тень будет. Здесь будут теневые от этих мелких. Кто хочет нас поддержать, первая ссылка на донат находится прямо под видео в описании. Вы можете вычислить любую сумму, небольшую. Главное, может быть, чашечки кофе, чашечки чая. Много не надо переводить. Но тем самым мы хоть чуть-чуть... У нас появляется, у художников появляется стимул рисовать. И мы хоть чуть-чуть, но немножко оправдываем свои расходы. Сейчас я немножко поправлю. Еще травку нужно чуть-чуть, чуточку нужно еще травку дописать. Так, и вот там есть где-то по теневым, на полянке на самой заднего плана. Вот и сейчас так вот примерненько. Что там может быть? Там могут быть какие-то вот такие тенечки. Здесь свет, а там тени. Наоборот, все. Вот тут может быть чуть-чуть.
Успокоить немножко. Кустарнички. Вот тут еще кустик такой. Он выскакивает. Его надо немножко так успокоить тоже. Воздушным таким сделать. Назад я загоняю эту краску. Ну и тем самым сделать, что там вроде бы как что-то кустарник, кустарное, но не так сильно, чтобы бросалось. Так, и вот тут что-то полегче, это надо легче написать. Там вот далекие задние кустарники. Ну, а так, конечно, в общих планах, конечно же, можно так все уже к финалу двигаться. Сюда лучше пойдет, так или так, и запустить в туман. Ай, туман, попробуем туман тоже хорошо на заднем плане. Все, конечно же, здесь зритель может уже догадываться, что там происходит. Задние планы. Ну вот такая история у нас сегодня с вами. Там же не только у нас свет, здесь и есть и свет, и тень.
забыл я про эту березку. А вы молчите, не сказали мне. А они должны же быть. Как же без них? Ну что еще? Что еще, друзья? Кто видит еще что? Что, какие желания еще может быть? Вопросы, может быть? Пожелания, желания? Все ли досказано, все ли понятненько? Вот. Такие пейзажи, конечно, пишутся на мастер-классах на ура. Вот. То есть люди приходят и прям с удовольствием рисуются. И за день мы справляемся. У нас такой урок стоит. А ну, кто-то пишет за день, кто-то берет по 2 часа занятия в день. Поэтому кто как занимается. Ну, а в основном за день мы пишем, с 10 начинаем, и до конца рабочего дня кто-то до 3, до 5 уже справляется. Так что приглашаю всех на мои мастер-классы. Они проходят в Германии. Здесь вот можно... Очень часто приезжают из России ко мне. Из Норвегии часто приезжают, из Англии, Франции бывают, из Германии. Кто из Германии, вот некоторые пишут, что ой, как далеко. Вот на самом деле здесь все так недалеко, потому что Германия, она небольшая, можно сравнить по Ленинградской области, всю Германию. Вот, и ходят поезда, не обязательно ехать на машине, это очень тяжело, легче на поезде. Забронировал гостиницу. Гостиница у нас в городе от 40 евро в день, в сутки точнее, с завтраком. Вот. Можете недельные такие взять курсы, позаниматься. Именно так приезжают, не на один день, а позаниматься. Так что буду рад. Приезжает. Да, еще вот травку хотели мы. По травушке чуть-чуть. Так вот еще можно посадить. Березки перед березками тоже немножко так снежок. Ну это все вот на самом деле все так детальненько. Это надо сидеть и... Если, конечно, есть желание дописывать, ну, вот можно на самом деле остановиться даже на этом варианте. Так, сейчас гляну,
кто там у нас в чатах. Ну и кто-то, может быть, захочет вот такую картинку не нарисовать, а приобрести. Пожалуйста, обращайтесь. Недорого. 5000 рублей, если в рублях. Плюс ваша доставка. Можете написать в чате, хочу приобрести картину. Или уже потом в социальных сетях, как вам понравится. В общем, все это, конечно, реальненько. То есть можете. У меня много приобретают так с мастер-классов. Прям забирают. Или уже списываемся мы. То есть я есть во всех социальных сетях. Можете найти меня, добавляйтесь, друзья. Грачей мы, наверное, не будем здесь рисовать, да? В прошлый раз мы нарисовали грачей. В этот раз есть для птиц мало места. Я вижу, что она очень здесь вот сильно по освещению. Она на самом деле чуть-чуть темнее. Немножко больше цвета в ней. Сейчас я посмотрю по камере, может быть, что-то можно будет поменять, не знаю, в настройках. Ну да, я вижу, что вот здесь, конечно, можно добавить цвет легко. На самом деле она где-то сейчас что-то между вот так и очень много яркости. Примерно вот что-то такое. Примерно как-то вот так, друзья. Она сейчас выглядит. И немножко краснеет она, вот коричневый. Камера не передает. Здесь я убрал красноту. На самом деле она чуточку вот здесь краснеет. Вот в этих местах. А там, если по-красному настройки делать, то пропадает другой цвет, поэтому я не стану сейчас менять ничего. Вот, немножко она, конечно, похожа, но все абсолютно камера не передает весь эффект. А вот этот надо убрать. Так, ну что у нас сегодня? Не дотянулись мы до розыгрыша. У нас розыгрыш, кто знает. Мы разыгрываем картинку. И вот эта картинка будет отправлена в подарок. А, я ее отправлю победителю розыгрыша. Победитель розыгрыша, кто хочет участвовать в розыгрыше. Первая ссылка под видео на донаты, помощь нашему проекту. Вы помогаете нам, мы делаем тоже вам сюрпризы. Поэтому один лот равен 250 рублей, в рублях, если. Ну или там по курсу, как можно. Кто хочет поучаствовать, пожалуйста, будем очень рады. Так, ну все, я не вижу пока, ну и точнее, наверное, не будет уже сообщений. Я вижу, что нас не так много, в принципе, сегодня в чате, и вообще не так много на трансляции, потому что не делались никаких постов, я заранее не ставил. Должно было не мое быть сегодня выступление. И сегодня, к сожалению, Александр не смог выступить, не смог выйти в эфир. Что-то с интернетом, мы не смогли с ним связаться. Очень жаль, и мне пришлось занять его время. И тоже я вот так быстро-прибыстро, не готовясь, как-то вышел. Надеюсь, что вам пригодится такой мастер-класс, и вы сами увидели, как легко, в принципе, вот тысячи веточек, как можно их прописать, миллионы веток, не с небольшими такими, все небольшие детальки вы
уловили, точнее, и для себя наверняка многое узнали сегодня. Вот, а я могу, в принципе, завершать сегодняшнюю трансляцию с вами. Интересно. О, поступил донат какой-то. Сейчас я посмотрю. Возможно, кто-то станет участником сегодняшнего еще розыгрыша. Сейчас я не вижу. Сейчас, секундочку, он должен появиться у меня на экране. Всегда запаздывает. Ух, Надежда Зотова опять. Надежда, у вас два тогда лота, да? Дотянулись вы до двух сегодня? Спасибо вам. Вы постоянный наш спонсор, Надежда. Мне очень приятно, что вы не забываете поддерживать наш проект. Это очень важно. Наш проект может существовать только за счет системы донатов. Ну и еще за счет спонсорства. Вот, а я знаю, что вы спонсор, поэтому вас помимо того, что у вас рубиновый уровень, поэтому там автоматически каждый месяц вы можете участвовать в розыгрыше даже без донатов. Автоматически получается у вас лот, постоянный лот. Постоянный лот. Ну все, вот тут вот сейчас я буду колдовать уже над этой мелочевкой. Конечно же, я ничего нового уже вам не расскажу. Все уже рассказано, показано, как это делается. Вы теперь знаете, вооружены, умеете правильно написать. Ну и приходите на наши трансляции, участвуйте. Спонсоры у нас получают еще определенные бонусы. И кто-то, может быть, захочет стать спонсором наших проектов, нашего канала. И у нас очень много сейчас закрытых мастер-классов на канале. Еще вот будет сейчас на днях опять будем открывать закрытые. Поэтому все спонсоры, конечно, видят наши закрытые трансляции, закрытые выступления. Но это определенный бонус. Это такой некий определенный бонус для наших спонсоров. Спонсорство здесь вот недорогое у нас, поэтому можете поучаствовать. Так, ну я потихонечку так сейчас закругляюсь с этим делом. Вот это дерево еще без веток, как вы наблюдаете. Ему нужны еще ветки. Мы не можем его так оставить. Ну, никак не оставить дерево без веток. Я сейчас, у меня его нет на картинке, в принципе. Здесь все так и было задумано.
придумано, точнее, это дерево. Я его сейчас додумаю до конца, примерно так. Дорисуем его. Дорисуем. Ветки будут сейчас встречаться. Одни в эту сторону, другие в другую сторону. Так вот, темноту сюда под веточку. И вот такая история, да. Забивается так вот картинка таким смыслом. Игра ветками, игра цветом. Что здесь можно еще дорисовать? Снегирей у нас нет. Вот жалко, что в Германии нет снегирей. Хотя дописать можно было бы легко по снегирям.
Все, нужно вот так сидеть, потом и добивать эту картинку, доукрашивать еще до завершения. Конечно, тут можно очень долго еще сидеть. Но можно и так оставить. Так что я, наверное, так и сделаю. Сфотографирую, поставлю группу вам. Посмотреть, что получилось у меня. После обработки видео будет немножко получше смотреться. Сейчас качество оно не совсем еще будет. YouTube обрабатывать видео. Часа два, наверное. И потом качество немножко улучшится. Все, друзья. Прямо надо. Примерно вот такая картинка получилась. Куда делись мои сообщения все? Все сообщения куда-то пропали. Ай-яй, что-то у меня шпина. Странно, куда делись все сообщения? Ну ладно. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, друзья. До новых встреч. С вами был Григорьев на канале Художники. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Колокольчик тоже есть в правом верхнем углу. Так, чтобы получать трансляции, нажмите на него. До свидания.